Странно, что они появляются в пакетах. Я думал, что они как-то по-другому должны появляться, какашки. Если ты знаешь, как они появляются, то ставь лайк. Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы поиграем в игрушку «Эволюция какашки». А вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, тебе нужно писать очень много комментариев. Итак, ребята, да, действительно, мы здесь что должны делать? Мы должны здесь собирать какашки, эволюционировать и пытаться открывать новые какашки. Как бы это ни звучало омерзительно. Но игрушка довольно симпатичная, то есть, видите, какашки очень милые. Создания, они с глазиками, с ротиками. В принципе, здесь все то же самое, как и в предыдущих наших играх почти. То есть, к нам доставляют коробочки, а точнее пакетики с этими какашками. Там летают мухи, естественно, они воняют. Вот, и в обучении я открыл уже только бумагу, то есть это у нас второй уровень, по идее, должен быть. Хотя написан первый уровень. Странно. Давайте посмотрим на что. Давайте посмотрим на энциклопедию. Вот у нас все какашки здесь должны быть. Так, здесь у нас первая какашка, это у нас вторая какашка. А, так здесь есть еще разные миры какашек. Вот, давайте начнем уже. Мы можем, по идее, здесь получать достижения за что-то. Вот, мы закончили обучение, получили два кристаллика. Окей. И также мы можем покупать эти какашки. Вот, она производит одна монета в секунду. Это очень странно, то, что у нас какашки зарабатывают деньги. Как самые настоящие люди. Так что давайте открывать пакетики с какашками. Вот это да! Ничего себе, мы тут... Короче, обделались хорошенько. Это просто жесть какая-то, как много здесь какашек. Вот, туалетная бумага нам зарабатывает уже по 3 монетки. Тоже неплохо. Кстати, там есть какая-то полоска. Что будет, если мы сейчас дойдем до конца? А, она повышается в уровне, и мы зарабатываем еще больше монеток. Неплохо придумали. Очень круто. Так, ладненько, давайте дальше открывать. И эволюционировать. Скрещиваем какашки. Получаем туалетную бумагу. Туалетная бумага... с туалетной бумагой и получили полотенце. Какашечное полотенце. Да уж. Чему нас игры только не научат. Хотя не знаешь, чем эта игра нам поможет в жизни. Но надеюсь, что чем-то она поможет. Ладно, скрещиваем дальше. У нас туалетная бумага скрещивается с туалетной бумагой. Мне просто интересно, что будет дальше. Полотенце с полотенцем. И это у нас... Ага, это у нас Вантус. Какашечный Вантус. Прикольно. Так, он сколько зарабатывает-то уже? Какашечный Вантус. По 16 монеток. Неплохо. Вот, и мы, получается, сколько там уже открыли? Давайте посмотрим, 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 посмотрим. Это у нас все первый мир. Нам еще два открыть существа какашечных. И тогда мы перейдем уже во второй мир. А, и супербуст какой-то, да, у нас появился? Супербуст готов, попробуй его. Окей, как его попробовать? Ага, то есть мы нажимаем на супер буст, и у нас одновременно все какашки начинают быстро зарабатывать деньги. Прикольно. Так что, ребята, сегодня у нас очень вонючий выпуск. Да, самое противное, когда ты ходишь где-то по парку и случайно наступаешь на эту какашку. Ну, вообще, ходить в туалет, это на самом деле приятное дело. Со мной, наверное, многие согласятся. Все, скрещиваем. Так, у нас есть две туалетные бумаги, два полотенца и... скрещиваем два Вантуса. Наконец-то, ребята, получаем новое существо. Это у нас муха. Какашечная муха. Ой, это что такое? Подождите-ка. А, мини-игра. Выберите карту, попадай удачу. Давайте, ребята, какую-нибудь выберем карту. Какую выбрать мне карту? Напишите. Давайте выберем, знаете, какую? Посерединке выберем. Вот, и мы получаем что? Мы получаем кристаллики, да, вроде как? Поздравляю, вы получили два кристалла бесплатно. Так, ну хорошо, сколько у нас муха зарабатывает? Давайте посмотрим. Муха зарабатывает уже по 37, по-моему, монет. И мы получили 10 гемов бесплатно, да, вроде как? Круто. Так, ну чё? А если мы увеличим уровень мухи, давайте-ка посмотрим, то она будет зарабатывать уже сколько? По 41, да? По 41 монетке. Так, 41 монетка, по идее, должна быть. А, даже больше. То есть там есть какой-то шанс выпадения большой монетки. Хорошо. Так, у нас мини-игра, ребята. Давайте снова серединку. Ну-ка, открываем. И получаем уже монетки. Так, все нажатия на существ приносят в два раза больше монет в течение 20 секунд. Давайте пока пособираем, пока у нас работает бонус. Вот, сейчас у нас бонус закончится и продолжим эволюцию. Эволюцию какашки. Да уж, чего только не придумают в этой эволюции. Так, 124 монетки, неплохо, собрали. Поехали дальше. Нам нужно сейчас быстро эволюционировать, чтобы побыстрее какое-нибудь крутое существо появилось. Какой-то мутант, мутант-какашка. Было бы круто, я бы хотел посмотреть на него. Странно, что они появляются в пакетах. Я думал, что они как-то по-другому должны появляться, какашки. Если ты знаешь, как они появляются, то ставь лайк. Я думаю, многие догадываются. У нас уже закончились какашки все. А вот, все. Два полотенчика, Вантус...
Муха, да, муха с мухой. И появляется новый предмет. Это у нас туалет. Какашечный туалет. Прикольно. Он такой милый, симпатичный. Коричневого цвета. Так, и мы можем, по идее, что-то прикупить уже. А мы можем какие-то улучшения, да, прикупать? Давайте посмотрим. Да, тут у нас есть что? Мы можем уменьшить время коробок. Точнее, пакетов. Давайте уменьшим. А, 100 тысяч стоит. Или стоп, сколько это стоит? 100 монет просто стоит. А, так окей, давайте еще туда. Вот. Чем быстрее, тем лучше. Дальше у нас есть копилка. И доставка кофе. Кофе падает быстрее. Что за кофе? Интересно, ну-ка. Так, то есть нам сейчас будут доставлять кофе. Давайте, может быть, еще купим? Так, хорошо. И вот у нас кофе. Для чего нужно кофе? Давайте выпьем его. Может быть, кому-то отдать? Давайте туалетику отдадим кофе. Пусть попьет. А, я понял. То есть это у нас бонус в виде монеток. Мы отдаем кофе какому-то существу, и он зарабатывает много монеток. Неплохо. На самом деле, я тоже просто обожаю кофе, но его вредно много пить. Я сейчас его не пью, я сейчас немножко отдыхаю от кофе, поэтому я пью зеленый чай вместо кофе. Там тоже есть много кофеина, поэтому если вы хотите взбодриться, то не обязательно пить кофе, можно выпить немножко зеленого чаю. Так, что тут у нас еще есть? Две какашки скрестили, туалетную бумагу тоже, полотенчики, вантусы. У нас муха появилась. Так, выбираем карту, давайте теперь правую карту выберем. Кристаллики дали, хорошо. Рекламу я не буду смотреть, просто закроем и получаем кристаллики. Все. Кстати, у нас быстро довольно-таки повышается уже уровень какашек. Второй уровень, четвертый уровень мухи уже появился, странно. Вот, видите, мы открыли сейчас какашку, и она третьего уровня. Почему-то, не знаю почему. Так, покупаем дальше, давайте купим какашку какую-нибудь. Вот, покупаем полотенчики, покупаем. Вот, купили. И скрещиваем дальше. Нужно еще одно полотенчико купить, и мы уже с вами продолжим эволюцию. Вот. А подождите-ка, у нас уже новый мир начался, или что это такое? А, уже все, ребята. Сейчас мы пойдем уже во второй мир. Интересно, какой он будет. Так, скрещиваем какашку, муху и туалет, ребята. И мы отправляемся в новый мир. Ну-ка, что это у нас будет такое? Ага, это у нас мышка, какашечная мышка. Прикольно. И здесь у нас уже травка такая неплохая, причем. Переключай миры этой кнопкой. Ну, это я знаю все. Это все понятно. Кофе у нас появляется снова на первой локации. Жалко, 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 жалко. Почему-то всегда делают эти всякие цветочки, всякие вот эти бонусы на первой локации. Не знаю почему, но мне кажется, было бы удобнее, если бы они появлялись на второй локации. А хотя нет, смотрите-ка, появляется на второй локации тоже кофе. Давайте отдадим кофе мышке, попей-ка кофе. Вот, и мышка нам зарабатывает деньги. Супер! Так, давайте еще сделаем одну мини-игру. Уже выберем левую карту, и нам выпадают монетки. Что именно? А, мы увеличили просто запас денег на 25%. Хорошо. И посмотрим, что у нас из улучшений есть. У нас появилось новое улучшение. Кофе буст. Длится дольше. Давайте купим. 750 монет всего лишь. Покупаем. Хорошо, можно еще купить. И сделаем еще доставку кофе побыстрее. Отлично. Так, что еще можем прикупить? Я думаю, можем увеличить время работы копилки. Давайте увеличим. За кристаллики. Можно даже еще. Вот, увеличен уровень мышки. Неплохо, неплохо. Таким образом, она будет больше зарабатывать монеток. Так что игрушка довольно интересная. Так, кофе давайте сразу дадим мышке. Мышка, на, держи кофе. О, давайте поможем мышке заработать немножко денег. И я думаю, что мы сейчас уже что заработаем? Мы уже с вами накопим 100 тысяч монет и купим бонус, точнее время. Вот, супер. Нифига себе, мышка уже 5 уровня. Покупаем бонус за 100 тысяч. Вот, чтобы у нас коробки падали быстрее еще. Вот. А следующее улучшение стоит уже 1 000 000 монет. Нифига себе. Это много. Я пока что не такой миллиардер, миллионер. Так, ладно, а что здесь мы можем покупать? Мы можем здесь покупать вантусы, либо за рекламу. Я не хочу смотреть рекламу, я ее отключил сейчас, чтобы она не показывалась так часто. Если вы, кстати, тоже не хотите смотреть рекламу в приложениях таких, то просто отключайте интернет, и все. Рекламы не будет никакой. Это такой лайфхак. Давайте скрещивать дальше. Туалетная бумага, полотенце с полотенцем. Вантус у нас появился. Вантуса другого нету, хорошо. Сейчас там мы скрестим дальше. Вот, какашка с какашкой. Туалетная бумага, вот. Еще один вантус, скрестили. И муха, ребята. Так. И нам еще один туалет сделать, хорошо. Открываем карту любую. Посередине открываем, получаем монетки. А, я понял, то есть нам делать небольшой спойлер, какое существо идет дальше. Видите, какой-то крабик идет. Поем, скрещем мух, скрещем туалетики. И, ребята, новая какашка. Наконец-то, наконец-то, ребята, у нас появилась новая какашка. Две мышки скрещиваем, кстати, две мышки 6 уровня.
И эволюционируем. И получаем паучка. Да, это паук, какашечный паук. Так, а мы получили какой-то сундучок. Мои поздравления, гардеробная разблокирована. А, я понял, то есть мы можем здесь еще одевать наших существ. Надеть, например, усики, да? А, в разное место можем, да, надеть? Прикольно. Это все, конечно, очень круто. Но я думаю, что мне пока не понадобится гардероб. Ладно, паучок, сколько там зарабатывает у нас? Нифига, уже по 1500 зарабатывает. Так, и у нас уже полные пакетики. Давайте подкрываем их, поскрещиваем какашечки. Какашули наши. Это все-таки наши какашули. Мы очень с вами много их производим. Так, отдаем кофе нашему паучку. Пускай тоже зарабатывает. А, и сундук дает вещи, оказывается. Через 3 часа мы получим какую-то вещь. Бесплатную, халявную. Обожаю халяву. Так. А, мы еще забыли про бусты. Точно. Совсем забыл. Вот, зарабатываем. Открываем все какашки. Ох, как же здесь много какашек. Как же здесь воняет, наверное. Ужас. Ужас, ребята. Все, давайте. Побыстрее, побыстрее. Расправляемся с ними. 2 мышек мы скрещиваем. 2 паучков мы скрещиваем. И получаем новую эволюцию. Это у нас кто такой? Это у нас череп-какашка. Увеличили уровень нашего черепка. И он зарабатывает по 1000 монеток. Сразу же. Отдаем ему... кофе. Вот, супер, ребята. Скоро мы накопим с вами кучу денег. Ох, то мы можем покупать сразу еще лучшее существо из коробок. Из, точнее, пакетов. Давайте купим. Еще, еще, да. Ну-ка, из пакетов кто появляется уже у нас? Какашки появляются, странно. А, вот, смотрите-ка, разные предметы появляются. Вот у нас пакет появляется, мы открываем. И из него вылупляется какашка. То есть, вероятность какая-то есть, да? То есть, может выпасть полотенчика. И, наконец-то, ребята, скрещиваем туалетики. Появляется мышка у нас. Скрещиваем мышек, скрещиваем паучков. И черепки тоже скрещиваем. И получаем какую-то пирамидку. Вот это да! Как вы уже поняли, невозможно закончить игру за один раз. Иногда нужно подождать, пока копилка соберет монетки. Но это понятно. То, что за один раз мы никогда не сможем пройти игру, потому что нужно очень много денег. Так, и наша пирамидка уже сколько зарабатывает? Уже 2000 монеток за каждый клик. Так что, ребята, вот такой вот у нас был сегодня очень вонючий выпуск. Но игрушка прикольная, она мне понравилась. Так что давайте попробуем набрать хотя бы 2000 лайков и продолжим эволюционировать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем удачи, всем пока, ребята.